Всем привет! Вот хочу похвалиться, какие мне лампы сделал муж. Ну и наконец-то мы ветки повесили. То на Жак яблоко уже сорвал с веточки. Вот у него вот яблоня. Да, вкусное яблочко. Рябина у него здесь. Все красиво. Лиственница, он еще мокрая, не высохла. Липа внизу. Тут липа. В общем, у Жака все отлично. Кушай, Жака. Вот наш Петруша. Петруша тоже здесь все как и у... А, еще сливы там у Жака. Я не сказала, вот слива. Яблочко, все это. У каждого попугая одинаковое количество веток практически. Ну, в зависимости еще от клетки. Туване здесь сверху. У всех лампы. У всех теперь лампы у меня. Теперь я за всех очень рада. Все такие радостные, у всех светло. Ну, Катька там балуется. В общем, теперь все мне попугаи с лампами. Я могу не включать уже большой свет, потому что у каждого в клетке есть свой свет. Вот так. Вот я сегодня похвасталась вам радости своей. Теперь у меня... Я больше, наверное, радуюсь за попугаев, что теперь у них свет там есть. То как-то все равно, хоть не включай свет. Вот такую лампу мы включали раньше. Все равно они не получают то, что им надо. Да, Катюх? Ай, что там у тебя? Рябина. Липу. Кате липа нравится очень.